Вода на планете Земля. Наша планета Земля очень красива. Ее называют голубой, потому что большая часть ее поверхности покрыта водой. Суши намного меньше, чем воды. Вода в океанах и морях соленая. В реках и озерах вода пресная. В замороженном состоянии в виде льда вода есть на северном и южном полюсах Земли. Обитателям морей и океанов хорошо живется в соленой воде. Но всем, кто обитает на суше, нужна пресная вода. Человек без пресной воды существовать не может. Но пресной воды на Земле намного меньше, чем соленой. Под горячими лучами солнца вода с поверхности водоемов испаряется и превращается в пар, плывет над землей облаками. А затем вода возвращается на землю дождем. Зимой вода выпадает в виде снега. Таким образом происходит круговорот воды в природе. Вода верно служит человеку, помогает перевозить пассажиров и грузы. Вода дает человеку рыбу и другие продукты питания. Вода нужна, чтобы вырастить растения, пригодные нам в пищу. С помощью воды мы отапливаем и освещаем свое жилье. Человек использует воду и в производстве всего, что ему необходимо. Но очень часто люди не жалеют воду, загрязняют ее отходами производства и бытовым мусором. Но ведь мы сами эту воду пьем. Конечно, к нам в дома вода приходит после очистки на водоочистных сооружениях. Мы можем купить очищенную воду в магазине. Но как же быть обитателем водных просторов? Разве смогут они жить в грязной воде? Разве нужна грязная вода животным и птицам? Нет, всем нужна чистая вода. И в море, и в реке, и в океане, и на суше. Уже сейчас люди понимают, что надо сохранить природные источники воды, сохранить природу и все живое, что в ней существует. Иначе и мы, люди, можем погибнуть. Чтобы этого не случилось, надо каждому человеку всегда соблюдать простые правила. Не загрязняйте воду, берега ручьев и рек, озер и прудов. Не бросайте в воду мусор, камни, ветки деревьев. Берегите родники, не замусоривайте землю возле них. Берегите деревья на берегах рек и озер. Оберегайте открытые колодцы, не бросайте в них мусор. Берегите